Здравствуйте, дорогие мои подписчики, а также гости канала «Сама себе огород». Друзья, вот сегодня я решила сделать обзор вербены, цветущей еще 2 октября. Вот такое вот еще цветение. И, кстати, все лето высажена вербена была именно вот в это кашпо, которое я ремонтировала. Поломанный таз был. И вот здесь, благодаря цементному раствору и клею, этот раствор вместе с тканью, и еще здесь ячейки были, то есть лотки яичные. И вот так вот она простояла все лето и прекрасно и хорошо себя чувствует. Вот поэтому я решила еще перенести на зиму в теплицу вместе с вербеной, так как вербена — это холодостойкое растение. Рассчитываю, что она выдержит заморозки. Ну, вообще-то планирую еще почеренковать, попробовать вербену, что получится. Так вот, друзья, я долго, конечно, задержалась с показом этого кашпо, как бы с весны доделывала, но потом уже покрасила, не делала публикацию. Но зато сейчас вот сразу такой вот результат решила показать. Вот так вот выглядит. Так что, друзья, не всегда нужно выбрасывать поломанные ведра, испорченные тазики, треснутые. Их можно еще применить именно для кашпо. Вот и все, друзья, чем я хотела с вами сегодня поделиться. Оставайтесь на канале, кому это интересно. Сможет ли перезимовать вербена до весны, будет видно. Посмотрим вместе. Теперь я с вами попрощаюсь, друзья. Спасибо всем за внимание. Будьте здоровы. До новых встреч!